Джули. Начался сезон репейников. И, естественно, Джули всю свою грибу, челку и хвост урепейнила. Мне придется сейчас вот это все освобождать. Я никогда не обрезаю челки, как многие делают. Гляньте на хвост. Хвост тоже, конечно, урепейнила. Грива вся. Как думаете, за сколько справлюсь? Приступаем. У меня с собой щетка. Значит, с чего начинаю я расчистку гривы? Я просто разъединяю волосы. Между собой разъединяю. И репейники, они выпадают практически сами. Кто-то говорит обрабатывать каким-то специальным гелем. Вот видите, репейник почти сам весь выпадает. Вот. Тут-то-то, Джурка. Пойдешь кушать. Не знаю, что тебе не очень хочется. Надо. В перчатках этого не сделаешь, потому что репейник прилипает к перчатке. Просто не сможешь его достать. Все, по одному из волосков репейник уже достаточно легко снимается. Все, стоим. Стоим. Опять прочесали. Репей на низ пошел. Где много, там опять разъединили. Показывала также, только в ускоренном темпе, как я, Джули, стоим, снимаю репейник с челки. Сколько времени на это уходит, не все поняли. Сейчас делаю в онлайн режиме. Ну, стоп, стоим, стоять, Джули, стоять. Все, челка готова. Вот она. Вся челка. Нет, не вся. Вот, еще. Оп. И вот последняя. Стоим, Джулька. Что хочет Джули? Джули хочет уйти и есть траву. Ну что, смотрите. Все. Видали, 2 минуты. Сколько прошло? Челка. Вот с этой стороны немножко грива. Смотрите, все так же. Разъединяю. Оп. Разъединяю, снимаю. Разъединяю. Джули, стоим. Все, вычесываю. Расчесываю.
Все, эта сторона готова. Иди сюда. Вниз. Немножко вот с этой стороны. Также сейчас разъединю. Остался хвост. Ничего нового. Также разъединяю. Зачем далеко уходишь, а? Да ты наверное пчелку. Костики пойдешь, не торопись. Молодец. Не торопись. А? Подержи, пожалуйста, ее, чтобы она не... Я хвост зачищу. Подержи, как соль можно просто насыпать, она будет лежать. Совсем недавно, 2 недели назад, от нее только отлучили малыша от сиськи. Поэтому сейчас вот она только начинает восстанавливаться, набираться силы, поправляться. Чтобы ей было не больно сверху, вот я крепко держу. То есть как свои волосы расчесываешь, чтобы не было больно. Начинаю снизу. Когда-то у меня была такая коса, все говорили, как конский хвост.
самом деле репейники доставать не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. Расчищала я в прошлом году даже самой запутанной челки. Ну, смотрите теперь на хвост. Смотрите, как он распадается. Вот такой шикарный, шикарный хвост. Ну все. Сколько минут у нас прошло? А лошадь полностью очищена от репейника и готова покорять новые вершины своей красотой. Моя девочка. Понравилось видео? Ставь лайк. Пока-пока.